Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И вновь у нас в гостях доктор медицинских наук Татьяна Николаевна Мельник, которая работает уже много лет главным врачом Московского областного центра охраны материнства и детства. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Николаевна, вот мы так за кулисами перед началом. О чем говорить-то будем? А вопрос самый важный, что рождаемость-то никто не отменял. То есть она продолжается, и всегда у нас возникает главный вопрос – как вот довольно много времени прошло, мы чаще с вами говорили о депутатских проблемах, которые решались, а сегодня хочется поговорить именно конкретно о работе врача, который, в общем-то, продлевает всем нам жизнь, как это ни парадоксально звучит. Как рожают-то сейчас? Как процесс идет? Ну, в принципе, мы не ощутили снижение количества родов. Угу. Даже где-то наоборот. Угу. Количество женщин, которые встали на учет по беременности по нашему округу, их стало побольше. Так. То есть мы ожидаем, что количество родов будет увеличиваться. Это, наверное, благодаря всем тем программам, которые наше правительство продвигает в жизнь для того, чтобы поддержать такое прекрасное понятие, как материнство. Вот, прежде всего, на финансовом, экономическом. Конечно, да, там ипотеки, дома, материнский мы знаем капитал. О том, что и материнский капитал у нас теперь выдается, и на первые роды, и на вторые роды материнский капитал выдается. И увеличилось пособие на рождение ребенка, увеличилось пособие на содержание детей до 3 лет, а сейчас до 14 лет. И все эти финансово-экономические новшества и изменения в хорошую сторону, они, конечно, способствуют тому, что государство поддерживает матерей, угу. поддерживает в плане содержания детей, воспитания детей. И, конечно, это дает стимул на увеличение рождаемости. Это правильный путь, по которому идет государство. Но мы помним, что этот стимул, да, возник. Почему? Просто потому, что, видимо, на каком-то этапе люди, ну, не то, что перестали рожать, а вот я тоже общаюсь, да, с молодыми. У них, у многих, у девушек и у юношей, ну, юноши как бы здесь немножко всегда где-то в пространстве находится, а у девушек четко, я вот хочу сначала выучиться, потом получить профессию, потом пойду работать. Я спрашиваю, а где место-то свадьбе? Где место любви и всему остальному? Да у меня все есть, но я как бы не тороплюсь. Ведь не секрет, что такая психология, она, ну, не потому, что там кто-то что-то там плохо на кого-то влияет, просто люди так думают. Вот и ситуация, когда беременность, когда вот есть ощущение, что девушка, женщина постепенно выпадает из жизни. Насколько сегодня все эти подходы молодого поколения оправданы? Вы знаете, вот самой большой такой проблемой на сегодняшний день стала проблема увеличения возрастного ценза у женщин первородящих. Вот то, о чем вы говорите. То есть молодежь почему-то, они хотят закончить учебу, приобрести профессию, как-то устроиться социально, экономически, и только потом... То есть старородящие это называется, страшное слово. Да, сейчас такого слова уже нет. Мы стараемся поддержать каждую женщину. И, кстати, тут тоже правительство решает задачи, потому что женщины, которые в возрасте уже после 30, а иногда после 35 лет, которые решают только первого ребенка родить, начинаются, естественно, другие проблемы. Проблемы бесплодия, проблемы невынашивания, проблемы с... возможностью забеременеть. Да. Потому что есть уже груз каких-то заболеваний, ну и другие причины. И тут тоже государство помогает женщинам. Вы знаете, что сейчас очень широко внедряются высокие технологии медицинские, такие как технологии, как ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение. И тут тоже правительство, зная вот такую вот причину, тоже выделяет достаточно большие деньги на эту программу ЭКО, для того, чтобы женщина и в 30, и в 35 лет могла любым способом иметь ребенка. Угу. И сейчас женщины, у которых беременность наступает посредством ЭКО, их становится больше, этих женщин. Связано тоже с профессиональной вот этой деятельностью, что сначала нужно сделать. Вот это связано с тем, что наши женщины должны родить первого ребенка до 25 лет. До 25 лет. Да. Вот прям у меня до вопрос 25. С языка сняли. До 25 лет. Угу. И мне хочется сказать, что никогда дети не являются помехой карьере, жизни,
устройству. Детям тоже нужны молодые родители. Конечно. Они тоже хотят и молодого маму, и молодых папу. И силы воспитать ребенка, их тоже должно быть достаточно много для того, чтобы и поиграть с ребенком, и сходить на какое-то представление, и сесть, порешать с ним какие-то задачки, уроки, почитать книжки. Ну и быть недалеко от него по возрасту. Быть недалеко в возрасте. Да. Он должен как бы вместе быть. То есть ребенок должен чувствовать, что родители молодые. Поэтому, конечно, желательно, чтобы женщина первого ребенка родила до 25 лет. Ну, а дальше уже как захотят. Но радует то, что у нас сейчас и много женщин, которые рожают и третьего, и четвертого ребенка, и даже и пятого, и шестого. А вот чем они это объясняют? Ну, ладно, третий, я понимаю, да, это, в общем-то, спроси, наверное, у любого вменяемого человека, и, в общем-то, насколько я помню, по закону развития человечества, некоему условному, то есть один ребенок заменяет папу, да, один ребенок заменяет маму, а третий как бы на расплод нашего человечества. А вот вы, когда общаетесь, почему они решаются на пятое, что, что очень много денег муж зарабатывает? И почему это происходит? Ведь есть другие способы же и не рожать. Вы знаете, ну, во-первых, по статистике, для того, чтобы население не убывало, а прибывало, необходимо на каждую семью родить 2,5 ребенка. Ну, как бы статистика. Как интересно, да, звучит. Да, 2,5 ребенка. Ага. Ну, это математическая статистика. Ага. Почему рожают третьего и четвертого? Ну, конечно, существует масса методов, которые могут предохранить женщину от нежелательной беременности. То есть молодая пара может совершенно спокойно планировать свою беременность. Но если вдруг что-то не получилось и женщина забеременела, то, как правило, сейчас женщины не идут на аборт. Это, наверное, огромная заслуга огромной армии акушеров-гинекологов, которые на протяжении многих лет говорили о том, насколько вредны аборты, опасно, насколько они опасны и насколько они приносят вред не только репродуктивной функции женщины, детородной функции, но и здоровью вообще женщины. Но о том, что она впоследствии может остаться вообще бесплодной, это даже говорить нечего. Поэтому те женщины, у которых беременность наступила вдруг так вот как бы не совсем неожиданно, они, к нашему счастью, решают в пользу рождения этого ребенка. Угу. Ну и, наверное, все-таки воспроизведение семьи тоже играет роль. В одно время у нас в стране, вы помните, это был 16-й год, 15-й, 17-й год, когда был бэби-бум. Да. Когда была какая-то мода рожать очень много детей. Но я не скажу, что это мода. Это, наверное, не очень красиво сказано, мода. Дети никогда не могут быть модой. Это наше продолжение, это наша жизнь. Они, в конце концов, принесут нам в старости радость. Да. Это было такое желание показать. Я помню, что все, как говорят, селебрити, да, с маленьким ребенком, там, с колясочкой. То с собачками ходили, извините, а теперь как бы с детьми. Так, а сейчас этот бэби-бум прошел? А сейчас он как бы стабилизировался, скажем вот так, слово, да, да, стабилизировался. И поэтому женщина рожает и третьего, и четвертого ребенка. Вот в нашем родильном доме буквально на прошлой неделе женщина была пятые роды, вчера была женщина шестые роды. То есть, ну, женщина рожает, это женщины достаточно социальные, они достаточно такие достойные, работающие женщины в полноценной семье, они осознанно рожают детей. Во второй части мы обязательно поговорим о самом центре, потому что всегда важно знать, что там происходит, какие у вас новости. А сейчас продолжаем еще эту тему, она, мне кажется, очень важной. Вот есть такое мнение, что женщины, которые идут на повторные роды, ну, и уж дальше третий, четвертый, пятый, шестой, то им уже как бы, ну, легче, я не знаю, как это. Это действительно так, вот, что женщина рожает, ну, не скажу, что в удовольствие, но она уже спокойнее к этому относится, и ей нравится быть мамой, нравится проходить еще раз этот этап. А есть женщина, которая вот одного родила, и все, больше мне ничего уже не нужно. Так? Ну, да, есть, конечно, женщины, которые рожают одного ребенка и решают, что больше им это не нужно. Mm-hmm. Это много причин для этого, в том числе, возможно, и одна из причин – поднять этого ребенка, да? Воспитать этого ребенка. Это мамы-одиночки, наверное, потом предположите. Нет, не обязательно. Да? Вот приняли такое решение, что достаточно одного ребенка. Но я хочу сказать, что на сегодняшний день женщины не боятся родов, потому что мы проводим очень много работы, очень много мероприятий для того, чтобы подготовить женщину к родам. И в нашем районе есть большая, хорошая школа подготовки супружеских пар к родам. Что это такое?
Это занятие, которое проводится сейчас практически в каждой женской консультации. На базе второй женской консультации на улице Толстого, дом 19, целый центр подготовки беременной к родам, где работают врач, акушер-гинеколог, угу, психолог, юристы, социальные работники. Они отвечают на все вопросы. Ну, а, естественно, акушеры-гинекологи готовят женщину к родам, рассказывают прям поэтапно, потому что не знать, что с тобой произойдет, вот отсюда, ну, да, и появляется страх. Там слухи, интернет, да, а все если, же да, смотрят. А если ты знаешь, что с тобой поэтапно произойдет, mm-hmm, вот в самый первый момент и так далее, чем это все закончится, то к этому уже женщины готовятся. Но мало того, мы очень активно в этот процесс внедряем мужей. Или, mm-hmm, партнеров, как мы говорим вот так. Посмотрите, сейчас роды с мужем идут. Да, и у женщины очень много, и у нас очень много рожают женщин в присутствии мужей, не только мужей. На роды может идти любой человек, которого пожелает женщина видеть рядом с собой. Да. Это может быть мама, это может быть подруга, это может быть сестра. Ну, конечно, не толпа людей, но кто-то один из людей, которого она считает, что именно в этот момент... Одного выпускает. Одного, да. Она не будет бояться, и вот этот человек ее поддержит. И это играет очень большую роль. Потому что мы уже давно имеем такую статистику, что женщина, которая идет в партнерские роды, рожает вместе, у нее страх намного меньше или практически его нет, чем женщина, которая, например, рожает сама. Ну и хочется сказать, что сейчас все абсолютно роды 100% обезболиваются. То есть нет такого, вот как раньше, идешь мимо роддома и крики из, да, всех окон. Нет, сейчас в родблоке, как правило, тишина. Женщины спокойно ходят, они могут встать, походить, сесть. Вот у нас в роддоме есть и мячи специальные, на которых женщина, и стульчики специальные, на которых, mm-hmm, женщина может облегчить процесс схваток, и ванны-джакузи, где женщина может полежать, mm-hmm, и облегчить. То есть на любой ее выбор, пожалуйста. Вот мы сейчас переходим во вторую часть. Поговорим как раз о том, какие у вас там методики интересные. Mm-hmm. Но я, честно говоря, не знал, что, оказывается, кроме мужа, может, могут женщина любой попасть. Поэтому они называются партнерские роды. Там какая-то кабинка отдельная? Как, или просто он находится прямо в родовом зале, этот человек? Значит, в роддоме у нас 12 родовых боксов. Так. Каждая женщина в отдельном родильном боксе рожает. Там у нее проходит первый период родов, угу, там она рожает, и там она 2 часа находится после родов под наблюдением врачей и акушеров-гинекологов, и ребенок под наблюдением врачей-неонатологов. Угу. И вот в этом родзале это целая палата, где телевизоры, угу, где кровати-трансформеры, где все это есть для того, чтобы... Где мониторы, аппараты ИВЛ, лампы фототерапии. Все для того, чтобы оказать помощь и женщине, и ее новорожденному ребенку в случае необходимости. Там же находится ее партнер. Понятно. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях доктор медицинских наук Татьяна Николаевна Мельник, главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Татьяна Николаевна Мельник, доктор медицинских наук, главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства. Мы встречаемся часто, но мы давно не говорили о том, как там центр существует, потому что, насколько я понимаю, ведь у вас вообще-то каждый день происходит рождение нового. И насколько центр сегодня успевает за какими-то новыми технологиями, оборудованием, новыми медицинскими приспособлениями? Что у вас там внутри? Ну, что у нас нового? Мы очень широко сейчас используем так называемое немедикаментозное обезболивание в родах. Так. И у вас в студии, я знаю, присутствовал, к нам пришел работать доктор новый, так называемый знаменитый танцующий доктор. Да. Это Николай Сергеевич Синев. Он работает у нас в центре, работает очень хорошо. И очень много женщин идут с удовольствием вместе с ним на роды для того, чтобы, в общем-то, нетрадиционно вот так провести. Вы знаете, это происходит очень и очень интересно. Угу. Кроме того, у нас работает специально обученные акушерки. Так. Это акушерки, тоже существует определенная фирма, которая определенная организация, которая воспитывает этих акушерок. Они тоже ведут роды, сопровождают роды у женщин. И они употребляют различные методы немедикаментозного обезболивания в родах. В частности, вот как раз сопровождают джакузи, на специальных стульчиках, обязательно на шарах, обязательно какую-то гимнастику делают в родах. Музыка расслабляющая или наоборот, музыка, которая дает чуть-чуть динамику, как бы динамику, да, такую. Ага. То есть это целая команда, вот мы сделали целую такую команду, которая сопровождает женщин в родах, так, для того, чтобы им было комфортно
рожать. То есть это такие вы, ну, есть устоявшиеся традиционные подходы, а это такие новые методики, попытка поиска. И я так понимаю, что, наверное, в этой системе, ну, так человек устроен, наверное, еще много чего можно будет попробовать, да, оно все время обновляется. Ну, мы как бы не отстаем от наших пациентов, потому что, правильно вы говорите, они очень много читают в интернете, они знают опыт родов за рубежом, они тоже там читают, как рожают женщины за рубежом, и они, конечно, хотят, чтобы перенести, да, перенести это к нам, и мы, собственно, стараемся не отставать от этого, а наоборот идти на опережение. То есть предлагать им это, сами предлагать им это, только вести их так, чтобы это было с медицинской стороны очень хорошо, и чтобы благополучно закончились роды для самой женщины, благополучно закончились роды для ребенка. Ну и, конечно, для этого необходимо не только умение и знания врачей, и все вот эти вот новые новшества, но и медицинское оборудование. Да, вот это важно. Я хочу сказать, что благодаря президентской программе здоровья, в этой программе 8 подпрограмм, и одна из них посвящена детству и родовспоможению. И очень много средств вкладывает наше правительство, и в частности Министерство здравоохранения Московской области, в обеспечение родильных домов, детских больниц медицинским оборудованием. И вот сейчас конец года, и мы можем немножко подвести уже вот такой вот итог, что в этом году наш центр, а именно сюда входит и родильный дом, и детский стационар, и поликлиники, и женские консультации, получили оборудование на 270 миллионов рублей. Это очень большая цифра. Оборудование хорошее, но очень дорогостоящее оборудование. В частности, мы получили, например, кровати-трансформеры. То есть женщина на этой кровати, эта кровать, она и как кровать, где женщина находится в первом периоде родов, во время самих непосредственно родов она превращается, трансформируется в родовой стол, в родовую кровать. Если необходимо, эта кровать тут же трансформируется в операционный стол. То есть женщину не нужно трогать, не нужно перекладывать, терять время. То есть вот это все можно сделать абсолютно спокойно. Между прочим, это наши отечественные кровати. Очень хорошее оборудование. И женщины довольны, и самое главное, довольны очень сотрудники. Потому что они очень хороши в употреблении и в эксплуатации. Мы получили много новых аппаратов для оказания первичной помощи реанимационной для новорожденных. Это специальные так называемые открытые реанимационные системы, которые сейчас стоят в каждом родильном зале и в каждой операционной. Ну, мы получили очень много оборудования, это кювезов для выхаживания недоношенных детей с низкой, экстремально низкой массой тела. А что такое экстремально низкая масса тела? Это от 500 до 1000 грамм. Хочу сказать, что в этом году мы выходили четверых детей с массой тела от 450 до 500 грамм. То есть это практически нереально. Но это маленькие детки. Они выходили, эти детки живут. Кстати, мы очень прослеживаем жизнь этих детей. Ежегодно у нас проходит праздник, который называется «День маленьких детей». Он будет у нас в этом году в декабре, 2 декабря в поликлинике. Мы приглашаем туда всех мам с детками, которых мы выходили и пролечили. Мы им готовим очень большой праздник. То есть у них такое супер рождение. С подарками, да, с подарками, с выступлениями, с концертом. Ну, в общем, мы всегда готовим этот праздник. Он проходит у нас очень хорошо. И мы видим этих деток. Вот эти детки, которые родились 500, 700 грамм, килограмм, полтора килограмма, уже приходят к нам в возрасте 3 годика, 5 лет. И мы воочию видим этих деток, которых мы выходили вот таких с низкой, экстремально низкой массой тела. Получили мы операционные столы, новые современные операционные столы, тоже, кстати, отечественного производства, очень неплохие, ну и много другого оборудования, что касается родильного дома, в том числе и лабораторное оборудование для быстрого производства анализов, ну, оценки состояния пациента. Что касается детского стационара, в детский стационар прошло, наверное, 2/3 от этой суммы, потому что на сегодняшний день это единственная крупная детская больница в Московской области, многопрофильная. В частности, отделение нейрохирургии детской, оно единственное в Московской области. Мы его полностью укомплектовали самым современным оборудованием, какое только есть. Буквально недавно к нам из института
Московского института Рошаля, как мы говорим, институт Рошаля, приезжала главный нейрохирург детский города Москвы, Центрального федерального округа. Mm-hmm. И когда она посмотрела нашу нейрохирургию, она сказала: у вас лучшее оборудование, чем в институте Рошаля. Она говорит, я даже там не видела кучу чего, что есть у вас. Много получили оборудования для нашего ожогового центра, для хирургии новорожденных. У нас единственное в Московской области отделение хирургии новорожденных, где оперируются вот маленькие детки. Они тоже будут на празднике у нас 2 mm-hmm. декабря. Поэтому я хочу сказать, что центр на сегодняшний день оборудован самым современным, очень дорогостоящим оборудованием медицинским, которое используется по полной программе. На нем обучены врачи, это и лапароскопические стойки, и много-много чего другого. Вот, кажется, вот аппараты для проведения физиотерапии. Ну, маленькие, небольшие аппараты, mm-hmm. может быть, не сильно такие дорогие, но физиотерапия обязательно должна. И должна быть та именно реабилитационная система, та программа реабилитации и все мероприятия реабилитационные для восстановления здоровья. Еще 3-4 вопроса. Первый из них такой грустный будет вопрос, я не могу его не задать. Отрицательном, что ли, результате. То есть первый – это когда плод развивается как-то неправильно на этапе еще до родов, когда там, как это вообще сейчас делается. Угу. Принимается какое-то решение, семье предлагается либо избавиться от него, либо рожать. Вот это первое. И второе, есть же, наверное, случаи, когда не происходит того, что нам хотелось бы. И как это вот… Как это нивелируется, эта история? Mm-hmm. Как это происходит? По врожденным порокам развития, о том, о чем вот вы говорите, это mm-hmm. врожденные пороки развития, мы их концентрируем у себя в родильном доме, потому что хирургия новорожденных, нейрохирургия. Да. Естественно, детки после родов переходят сразу в руки других специалистов. Дело в том, что по мировой статистике 5% детей рожденных, они имеют врожденные пороки. Mm-hmm. Из них 1% – это пороки летальные, которые не жизнеспособны. То есть при рождении ребенок жить… Нет, например, ребенок рождается без почек двух. Ну, ребенок жить не может. Или без сердца ребенок рождается. То есть такие дети… Даже такое есть. Да. И они такие, или другая любая какая-то патология. 3% – это пороки, которые можно… провести хирургические мероприятия, и дети будут дальше жить до глубокой старости. Mm. Где-то 2% – это пороки, которые не нужно оперировать. Например, 6-й пальчик. Нужно его оперировать. Такой врожденный, врожденный порок. Эксклюзив. Да. Ребенок совершенно спокойно может жить с 6 пальчиками. Mm. Или, например, 4 пальчика. Да, mm-hmm. может жить. Да, может совершенно спокойно жить этот ребенок. Вот. Почему проводится обследование женщины на этапе женской консультации и проводятся ультразвуковые исследования? Mm-hmm. Их проводят трижды за беременность. Это первое на сроке до 11-12 недель беременности, когда можно выявить грубые пороки. Например, отсутствие руки, ноги или какие-то еще. При этом можно выявить генетические пороки, потому что все женщины проходят скрининг на наличие у плода генетических заболеваний. Угу. Это не только болезнь Дауна, это другие различные генетические угу. заболевания, которые можно или заподозрить, или выявить именно вот в этот маленький угу. срок. И тогда женщине, конечно, предлагается прерывать беременность, потому что мы рассказываем о том, хотя женщина может сделать свой выбор в другую сторону. То есть всегда слово «за ней». Да, да. Потом второй триместр беременности – это до 20 недель, когда уже эти пороки можно увидеть, более грубые такие пороки. Это пороки развития желудочно-кишечного тракта, пороки развития почек, пороки развития костей, головного мозга и так далее. Женщине все подробно рассказывается. И рассказывается дальнейший жизненный путь этого ребенка после его рождения. Или же этот ребенок жить не будет, он может родиться мертвым, угу. он может погибнуть в первые сутки или во вторые сутки, потому что у него такой порок, который не совместим с жизнью. Дышать не может. Да. Да. Вот. И женщина должна будет принять решение, последнее слово, естественно, за ней. Если это порок достаточно сложный, но ребенку впоследствии нужно перенести 1, 2 или 3 операции, после этого он может стать инвалидом, об этом тоже говорится очень подробно беременной mm-hmm. женщине, и она тоже принимает решение, зная, что вот путь ее жизненный вместе будет с ребенком другим. Будет другим. Он будет длительным, долгим и, скажем так, достаточно затратным во всех отношениях, не только экономическом, но и психологическом. Вот. Поэтому, конечно, женщина должна выбрать. Процент большой такой вот этих? Нет, случаев. Он процент не очень большой. У нас приезжают женщины, у которых выявлены пороки, несовместимые с жизнью, которые решают
в сторону прерывания беременности, и мы эту беременность им прерываем на сроки до 20 недель беременности. То есть это еще маленький срок, это когда плод весом 200-300 грамм, он небольшой, они принимают это решение, с этими женщинами работают психологи моментально, с момента поступления их в родильный дом, ну и, конечно, после родоразрешения. Другой вопрос, что да, бывают случаи, когда ребенок рождается, и ребенок по какой-либо причине умирает. Сейчас таких причин их не очень много, потому что современная медицинская техника, умение врачей, они вытаскивают, ну, если так можно сказать, они вытаскивают ребенка из любой ситуации, но бывает, что и тут мы бессильны, и из какой-либо ситуации тоже вытащить этого ребенка невозможно, хотя борьба за жизнь этого ребенка идет по полной программе, и оборудование, огромный медикаментозный арсенал, но тем не менее судьба так распоряжается, что и врачи здесь делать ничего не могут. Да, слава богу, у нас показатель, это так называемая перинатальная смертность, смертность детей после родов до 7 суток. Перинатальная смертность по Московской области у нас имеет очень хорошие показатели. Если по России она составляет 4,2 на 1000 живорожденных, то у нас по Московской области она 3,7. То есть у нас показатель в этом плане очень хороший. Это говорит о том, что мы научились лечить этих детей, выхаживать их детей, вытаскивать этих детей. И сохранять эту жизнь. А есть разница между рождением по любви и рождением, ну, я не знаю, как, по случайности? По случайности. Есть разница у нас? Конечно, есть. Ребенок, рожденный по любви, даже если вот смотреть женщины, которые состоят в браке, не обязательно официально. Пусть в гражданском браке, но уже какая-то ячейка маленькая общества есть. И когда рождается ребенок, и первый, и второй, и третий, это совершенно вот-вот другое восприятие. И женщина светится, она знает, что это ребенок, вот он желанный будет для всех. А если женщина рожает, и, в общем, ее как бы заставили, вот надо, и ты рожаешь. Деваться некуда. Деваться некуда. И такие женщины тоже встречаются. Отношение к детям, ну, во всяком случае, то, что мы видим в родильном доме, бывает иногда очень такое специфическое. У нас же сейчас все на грудном вскармливании, все находятся с мамочками в палате. Ребенок родился, от мамы уже этого ребенка не отрывают вообще, она до момента выписки с этим ребенком. Даже говорят, что некоторые мамы прямо вот... И вот да, некоторые мамы говорят, нет, заберите в палату, я не хочу, я хочу отдохнуть, я хочу все. Но тут работа психологов. И не только психологов, но и всего коллектива. Тут работают и врачи-акушеры, и гинекологи, и акушерки, и даже буфетчица, которая каждый день раздает пищу, приносит еду, и санитарочка, которая моет палату. Вот тут работа вся должна быть направлена на то, чтобы этой женщине все-таки привить Какой у вас красивый, какие как глазки, правило, да? Говорят, ваш ребенок на сегодня самый красивый родился. И это, вы знаете, дает свой результат. И потом у женщины меняется, и она даже, наверное, не вспомнит, что было. Материнский инстинкт, он все равно придет. Вот прекрасная концовка, потому что вы яркий представитель материнского инстинкта, вы все о нем знаете. Татьяна Николаевна Мельник, доктор медицинских наук, главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства. Спасибо вам огромное. Спасибо. Правда, как-то вот давно не слышал ничего подобного ни по телевидению, ни по радио. Все, живем другими проблемами, а самое-то главное – дети. Да. Всего доброго, всего до свидания. Доброго, Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания.